Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и продолжаете смотреть FFA сериал Sid Meier's Civilization 6, в котором я играю за Грузию против семерых соперников. Если же вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу. Всегда лучше смотреть с самого начала и полностью. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра и напоминаю, что в комментариях не приветствуются бессодержательные спойлеры и оскорбления участников. У меня сейчас такой слух. Союзник сообщает, что Македония завершила исследование. Ты исследовал исследование, да? Что какая-то библиотека упала? Конечно, нехорошо Македонец вступил, потому что я с неё снимал броню. Ну да ладно. Я убил его войска уже давно. Так. Ладно. Лояльность теряет. О, только хотел спросить, куда ты поселенца ведешь? А, ну вон оказывается где. Ну да. Русские кула. Я думаю, македонец, тот флот, который строил Перс, сейчас пойдет на твои войска, на твои города, потому что, видишь, он поставил. Ну, потом пойдет. Потому что вот этот город на перешейке как раз позволит ему выплывать. Ну, у него хвост другой стороны. Но не успел. Но у нас довольно специфический союз и договор был. Ну да. Там флот сейчас около Америки плавает. В той стороне, так что ему еще доплыть надо. До 10 минут. На следующий ход хочу сделать загрузку, потому что у меня опять фигня появилась, когда камера просто центрируется на мышке, и я не могу ничего сделать. Окей. У меня такой баг. Конечно, когда можно бояться, компанией. Что могут мы Тбилиси захватить, но на самом деле. Ну, соответственно, я как. Шестой цивиль, потеря столицы не очень страшна, и он у меня единственный город на воде. Так что. Не думаю. Что могут быть какие-то проблемы. Ясно, какая гешка падает. Ну, тебе Америка прям не придет сегодня.
А, ну шовцы нельзя обмениваться выждами. Только при военном союзе второго года. Я по мейкеру халява. Out of this room, there was a passage. Отлично, мой адмирал зажат. It is known that man has...
перс предложение. Let's get on our knees and pray. Human nature has manifested. Не устаю напоминать о глобальной космической браузерной стратегии consoleworld.ru. Игра в публичном бета-тесте, но там уже куча всего интересного. Если заглянете и решите зарегистрироваться, то не забудьте ввести словосочетание «Лёша Рептилоид». Получите лично от меня приятные бонусы для старта. consoleworld.ru. Ничего себе, дипломата можно сажать в свои города. Да, у него плюс удовольствие есть там трейд. Не, ну с Одинс Холл это вообще неплохо.
Просто я думал, что он только в БГшке сажается. Что твой писатель на моей теле? Пытаюсь с мишником куда-то проплыть и понимаю, что просто целый экран — это просто вода. И чё так я скаутом какую-то сделал? От твоей Америки. Кораблики появились. Ну, надо же как-то развернуть. Слышишь звонки, тонкий звук мелодии, которая играет под горами Тбилиси? Нет. Я Цухаси Кенге там наяривает на скрипке. По-моему, у него в руке не скрипка. Какая-то белая палка. Bolt actions speak louder than words.
Слушай, а убери своего музыканта с этой клетки. Мне там надо ферму построить. Русский. Сколько этих художников не успел ходить? Это новость именно про Персию и Зиму. The keywords of violent economics are urbanization, industrialization, centralization, efficiency. Having seen a non-market economy, I suddenly understood much better what I liked about a market economy. Что? Твои юниты у меня в тылу там специально стоят. Не знаю, о чем ты. Ну, кавалерия, рыцарь. Они бегают там и не стоят. Да, уж они несколько ходов не двигаются. Русский, ты военную мощь нарастил. Да, нормально, нормально. Культурно побеждать, это не пушки ворочать. Кто-нибудь вообще побеждал культурно ФФА? Да, там эпичная была игра. Чувак за Польшу в середине карты, все вокруг его окружали, и он победил культурой. Причем ему там ядерок поскидывали. Но это было. Как у нас там? Что, ты меня спросил что-то? Да. Будем пробивать договор с тобой? Почему нет? Русский и грек, я вам отправил предложение. Че, как там здесь 7 ходов, попасть опять на маленек, попасть темный.
бразилец, я смотрю, ты пытаешься мощный флот построить. Вопрос, зачем? Мы же договорились, как бы, в мире жить. Ничего не знаю. У меня всего-то 3 кораблика. Ну, мы как бы еще в мире живем. То есть ты хочешь сказать, что сейчас ты строишь флот, потом объявляешь в нем войну, я правильно тебя понимаю? Зачем? Ну, обычно, когда идет смех в голос, значит да. Ну, посмотрим. Бразилец как будто бы и не отпирается. Ну а смысл мы что-то доказываем? Ну да. Венецианский арсенал ты не строил уже? Бразилец строй. А чё, бразилец строй, а не перс? Ты за бразильца болеешь? А, ты македонец? Ну, я понял. Да, знакомый. Может быть, Гудия построит? У меня один город, блин, на море. Нафига мне венецианский арсенал? Не, конечно, это неплохое чудо, но... За этим как раз. Чтобы не расплакать. The best steel doesn't always shine the brightest. Блин, как всегда. На огромной территории, на огромнейшей, блин, нефть только на море. Только на море, блин. Ну вот есть. Как, я не понимаю, вот как араб без нефти захватывал араба, думая о том, что у него будет куча нефти. А, фиг, только на море. Ну, ради этого, ради этой нефти город ставить. Ну, какая тупость, какая тупость. А у русского что? Да, это еще, может, где-то рядом в границах еще может быть. Так, это уголь. Интересно, вы там города так стоите. Перс перешеек занял. Александр. В итоге залив, точнее, вход в залив занял. Минус хату с Александр, я тебе прямо скажу, если ты заберешь хатусы, я тебе сразу объявлю войну, как у нас союз закончится. И просто отобью ее и заберу вот все твои города, которые тут стоят. Давай мы не будем. Ну что ж теперь. Да? Ну, хорошо. Жестко, 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 Алексей. Но эта хатуса, она, там дело не в том, что она науку дает, а в том, что она у меня стоит как, ну, перед моими границами. Как наблюдающий. Объясните мне, пожалуйста. Что? Алексей, объясни мне, что значит построить промышленную зону в любом городе и провести культурный захват клетки? То есть, если у меня... И если я не построил промышленную зону, у меня есть опция? А, ну я понял. Хорошо. Просто промышленная зона работает как военный лагерь, например, у тех же, у Польши.
Мне вообще Хатуса нужна временная, тебе я могу даже потом. В смысле временно? Ну я хочу лояльностью забрать вот этот город на перешейке. Ничего себе. Ну если так. Хитрый план. И отдашь потом. Если получится. Окей. Недалеко от Аканта на Нарии уплавай так. Александр, предложение. Да, блин, что? Почему так быстро все? Каким-то чудом я зашел в золотой век. Значит, Алексей, мы с тобой еще продлеваем договор, да, верный? Ты будешь каждый ход спрашивать? A common mistake that people make when... Нет, еще 5 ходов. Второй армии, Виктус, как можно больше, как можно быстрее. Что ты меня пугаешь, Кост? Пугаешь меня, пугаешь? Ну а чё ты глупостью занимаешься? Говорю, армия меня... нужна. У меня... Ну ладно, сейчас армии, у меня уже армии этих, этих. Вот, апай, давай, апай, все, апай, делай себе 2000 и будешь спокойно. Тебе спокойно, Леша, не очень. Говорил, ну. В кавалерию опять. Ой, мейки, у меня города стали верхние. Ну, кавалерия против танков, как вы понимаете. Сейчас не становится. Тут ты юдаизм даже до моей столицы не добрался. Хатуса, точнее, будет неприятным ударом. Не, ну а чё так далеко ускакали? Мне это не нравится. Слушай. Не знаю, у меня сейчас темный век, сейчас точно не получится, но... Через 4 будет нормальный век. Уже появится шанс лояльностью забрать город. А у него там золотой. Ну, тем больше шанс, что у него не будет снова золотой. Хотя фиг знает. Ну тогда у тебя и шансов от тусы вернуть обратно. Думаю, Лёша не будет ждать следующего темного века. Ну, что ж теперь. Не, ну если ты мне обещаешь Хатусу потом отдать, но... почему нет? Да, когда он перейдет в полояльности, отдам.
Македония использует стрельцов пикинеров, чтобы расчистить пост варваров. Надеюсь, Хатуса это не те варвары. Это бы вообще было дико было завязано. Алексей, убери рыцарь, я хочу там лес вырубить, окей? Возле Казани. Вот байхатус. Все резко просели по науке. Как-то у Кира науки 162, и он все равно меньше технологий, чем я изучил. Он далеко куда-то идет по дереву. Я так понимаю, это уже персидский флот на рейде у границ Бразилии, да? Бразилия тоже. Сделочка.
Бразилия, это весь твой островок, да? Почему? Твой островок не подзаконен. Да я не знаю насчет кризиса. И он реально 30 ходов? А, не, на 20. Ну, если Леша через 20 ходов, ну, точнее, менее чем через 20 ходов отобьет Хатуса, я не против бабло получить. В смысле, вам чем предложили кризис отбить Хатусу? Ну, если что, я отказываюсь, если даже у меня дружба будет с Бразилом, если каким-то образом война будет объявлена Александру, то это точно я и не объявлял сам. А, мне, наверное, не дали этот кризис, потому что мы в союзе, да, с Александром. Возможно. Юниты современности вообще долго строятся. Хоть в моем веке Америка с Россией в этой игре военную мощь заимели. Хоть какую-то. Я хочу в темный век попасть. У меня будет бонус к силе юнитов, наверное. Я, кстати, не знаю, в темном веке возражать так это случилось. Да, это дуболомы скауты. Блин, забыл включить буквально на ход. Я уже обвинил русского. Ну, хотя бы отдельный юнит. И, собственно, нет, корпуса у меня уже практически все есть. Так что будем воевать. Но мне 4 хода надо до пластмасс. Ты построил тогда я буду воевать. Гранд Чапл Мастер. Сферы? Ну, не сфера, а создание на площади правительства. Аудиенс холл. Там плюс 4 жилья и плюс 1 довольство. Все, все армии всех юнитов у меня есть. Пойду армии монахов убью варваров, посмотрим, как работает.
Македонец предложение. Ладно, вообще не совсем, конечно, честно это использовать. Перс предложение. As soon as you trust yourself. Тут надо рабочего в Руставе. Конечно, там и нефть, но в первую очередь из-за ляна, которую тут можно неплохие. Хотя тут темпломайор можно еще построить, я все на него надеюсь. Сейчас кто куда рашит. Кто в науку, кто в культуру. Все в науку, кроме русского. Перс там раскачивает науку по полной. Он еще и по дереву пошел, видимо, глубоко. Слушайте, союзники не могут через перешейки переплывать. The human race is a monop. Спасибо, что выяснил. Так, может, военный союз? Нет. Нет. Так, юнитами все равно нельзя в города заходить. Фанитус, нападай на Алексея. Как убили моего прокачанного трех перкового? Когда было 92% удачи. Просто если Алексей сейчас войдет в танки, он же под апы сейчас держит. Это ты при Антиохии, что ли? Ну смотри, у твоих границ стоят рыцари с тремя апами. Ты думаешь, что они просто так там ждут? Чудо. Хитрый план Курдизаза. Нет, просто кает. Смотри, я, конечно, знаю, что ты сейчас имеешь преимущество, но против танков, армии танков тоже преимущество никто не будет иметь. Я думаю, что я отобьюсь. Ну, ладно, посмотришь, как ты отобьешься. Мне тоже даже интересно, как оно будет.
Потому что сколько у кавалерии, ну, не у кавалерии, у этих казаков русских, сколько там бонус? К силе. Ну, если открыта химия, танки, то 80. Противотанковая команда, они очень хороши против танка. Хороши, только у русского нет оружия. Ну, а вдруг построит, вдруг сможет. Ну, у него на своей территории 72 казаки будут. Еще плюс защитник. Had I been present at the creation, I would have given some useful hints for the better ordering of the universe. Даже не считая конкретно как танк. Это казаки. Так, давайте, наверное, берем уже. Вот чувствуешь мощь России. Конница на танке. Скидка на улучшение юнитов. Танк 80 имеет, а казаки 82. Очень сильный Виктор против себя мощь где-то будет под 110. Ну так помогайте мне. Чего одного построю. Когда это могу? Два хода. Ну как раз ап. Ну, казалось, может, я потеряю, но мне плохо защищена, а в дальнейшем посмотрим. Неужто этот город на перешейке захватится? Не верится. 6 ходов, это много. Перс там, походу, а Лиссабон? А Лиссабон захватится? Там что-то 10 ходов от Лоцана. 10 ходов. Он, похоже, политики принял на эти, на лояльность. Ну и губернаторов, естественно, посадил. Ну, а он работал пару ходов. Он тут резко 10 стал. А Лиссабон тоже у перса убирают? Да. Ну, ему выгодно, конечно. Не, ну это такой цели не стояло. Я не уверен, что за 10 ходов он еще что-нибудь не придумает. Русский тоже. Мне надо было... Со мной в союзе, а бабло почту еще. Пытается вытащить. То есть, чтобы повысить. Ты убил моего прокачанного нереального этого. А нефиг в Антиохии сидеть. Она шпиона была к русскому и повышает видимость, там повышает силу. Парни сидят. Так, вообще на кораблях и с мускетами. Через два хода взять еще одну карточку. Что надо что-то два хода пооткрывать. Нет, ничего такого. Ну, давайте откроем реформацию. Ну, кто-то гранату перетащил. Первый балет. Ну, 100% к опыту юнитов. Я вот не понимаю, какой тебе смысл сизерить все ГГшки? Ты же, блин, не грец. Он типа думает, что если он засверлил гранату, она мне офигительно подгадит в тылу, если будет война.
На самом деле я просто пойду, буду грабить чью территорию и получать радость от этого. Nothing on this earth lasts forever, except maybe plastic. I don't like to commit myself about heaven and hell. You see, I have friends in both places. Ну да, там Ахта стоит вообще мощный. Так, давайте смотреть, сколько ап стоит. 340. Фига себе. Это дофига. А вот и танки пошли. Не знаю. Я ничего не скажу. Я не могу карточку на деньги брать, потому что там минус 2. У меня просто нету ресурсов таких. Это, конечно, крутая Петра пить. Супер юзер. Чтобы город туда Леша, вы захватываете острова. Какие острова? Ну, которые сливаете, нет. Каир. Пела. Почему так мало денег? Если ты не хочешь электрический в Союзе? Тут проблемы с лояльностью очень большие, пока. Интересно. Да сам банка память. Дальше апать, пока, пожалуй, эти рыцари пока постоят без апа. Ну, то есть в минус тут нельзя по деньгам уходить, иначе будут очень большие штрафы начнутся. Так, один наблюдательный воздушный шар. Что еще бы пешку перс? Перс не просто Бандар Бруней захватил, он ее просто уничтожил вообще. Испепелил. Эти убрали гвешку. Вынесли экономические гвешки. Сейчас я еще объявлю войну русскому. У меня начнутся. Да, на хвостку столько места, он мог бы еще больше брать. Прекратят бегать к нему караваны, некоторые. Селился, так сказать, по-русски. Плюс 20. Плюс 20. И тем. Это уйдет. Но мне надо греку отправлять. Лишь бы побольше территории хабнуть за раз. Ну, к македоняне, ну. Алексей, тогда на последних минуте не атакуем, хорошо?
В смысле, на последней минуте не атакуем? Ну, это давай что? Воевать в первый половину таймера. Ну, я буду стараться вначале ходить, но у меня немного юнитов. Я просто не могу обещать это. То есть я не буду специально этого делать. Я никогда так не играю. Ballet projects a fragile kind of strength and a certain... Там, между прочим, у Перси уже рядом масса. Пошли. Вот Алексей на меня сдарился, а Перс выиграет. С чего бы? Ну хорошо, Перс выиграет. Что я могу ему сделать? Ни я не могу ему ничего, ни он мне ничего не может. В чем дело? Казаков, у армии казаков против танков 111 на 97. То есть у казаков тупо, ну, конечно, еще считает, что у него плюс 10 защитник веры. Так что тут вообще... Это я должен быть рад, что русский на меня не напал на своих казаках. Ну, я говорил, он Виктус нужен был нападать, потому что это очень хороший момент был себя уничтожить. Ну, когда ты говорил, уже поздно было. Не потому что если бы он напал, я бы там отступил пару ходов, все равно бы апнул. Блин, я мог за расширение территории объявить войну. Бойся, этот город на перешейке все-таки останется. Я сейчас себе контршпионов пошлю, чтобы все чужие шпионы дохли. Ну, как раз генерал. Вовремя. Чуть тебе хорошо, корабль у меня по границам стоит. Или это они типа обратно плывут? Че не так выжился? Жду последние минуты. По-моему, военный лагерь там не очень поставлен. Был рассчитан на перса, на араба. Но все равно он хреново поставлен. Ну вообще Казань это город, который должен пасть, но остальное посмотрим. Чуть правее на холмик было бы даже получше. И взять сразу надо. И Казань обороняет. А так из-за холма считает. Он Казань одну клетку обстреливает. Да, все равно надо против танков ничего сделать. Не знаю. Там обороноспособность города написано 91. Ну вот этого района. А у армии. У армии танков сколько? Там, наверное, столько же, 90. У армии, да, 90. 97. Ну, по 15, наверное, накидываем. Thank you.
Вообще надо поплыть ему в тыл этим этой кавалерии. У Новгорода, например, что-нибудь там нужно сделать. Ну да. Человек, казаки, у него города по 91. У Лёши танки, у него города. Ну тут 91 в большей части тоже. А чего она не... Лук. Не понял я. Почему у меня эта пушка не работает? Почему эта пушка не стреляет? Лагерь. Уже нету леса никакого. А, лес, блин. За аэродром построил зачем-то тут. Ты же не хочешь нападать. Ну, я вижу то. Я пока только два вижу аэродром. У меня и территории там большей части не заскаучены. Не думаю, там вот я тоже аэродром. Ну вон он. Прямо около моей границы. Нафига он. Кто, кому не нравится? Мне не нравится, я не против. Македонец. Вы все такие наглые, знаешь, что сейчас американец подходит к этому городу, который должен захватывать. Прям так он, как союзник вступает, вообще просто обалдеть. А ты как союзник вступил, когда я захватил? Что ты там мякаешь? Оу. О, крутой зас. Давай-ка... повежливый. Я говорю, что ты поступил как союзник, когда захватил город, находящийся на моем континенте, на моей территории. Я тебе из него отправлял караваны, которые тебе приносили золото, науку и плюс 2 еды, плюс 2 производства. А ты сейчас этот город пытаешься захватить. Ну, понесешь тебя дальше караван вон из Балха. Я вижу, у тебя все теперь на мази. Нет, ну захватывай, пожалуйста. Я ничего не говорю. Я не собираюсь его захватывать, я собираюсь его освободить. Неплохая идея. Ну, просто так он мне больше принесет профит. С другой стороны, я не вижу, чтобы теперь у тебя в нем была потребность. Просто даже если так подумать, есть у тебя какой-то способ его удержать? Кстати, что с караванами будет? Все исчезнут. Разве не переедут? Не, в другой город, наверное, да. Караваны тут не уничтожаются. Ну, в смысле, вот так вот. При объявлении войны они возвращаются. А когда город переходит... Почему нет? Почему он не стреляет-то? Вот как он натягивает эти ходы все время.
Ну, там город бахнул, видимо, теперь вот имеет свои действия. Почему эта пушка не стреляет? Холмы, блин. Вот тут... Как меня раздражает... Прям пыхтит, чтобы эти два города удержать. Шестая тем, что тут непонятно ну, территория. Ну, за собой не... Прям конкретно не видно. Ценные, наверное, будут караваны, когда пущены. Хотя, строятся они сейчас мгновенно. Инженер, где вы мне? Ну, давайте вруставим и построим промышленную зону. Доступные пути. Так, персу. Ну что ты карточку не поставил? 10. Багдад. Дипломатическую. А, у меня все в экономике. Ну. Давайте у меня же дипломатические становятся вайлдкардами. Ну я понял. Но все равно хотя бы одну на союзы поставить стоит. А, так не, подожди, у меня есть на союзы. Это которая плюс два, ты эту имеешь в виду? Да. Она у меня стоит. Странно. Они просто, ну, насколько я понимаю, они в одностороннем порядке работают. Казань и артой спокойно обстреливать под защитой танков. Нет, с этой стороны пока не хочу. А, ну я и смотрю только свои пути. Мне в Руставе надо аквапарк будет построить. Загляните на consolewar.ru, а на этом пока все. Продолжение, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.